Несмотря на то, что подписание соглашения состоялось только сегодня, городская администрация и горсовет начали свое сотрудничество с общественной палатой сразу после того, как она была сформирована. Общественники вместе с депутатами принимали участие в разнообразных рейдовых проверках по городу, а также сообща работали на общегородских мероприятиях. Кроме того, через общественную палату горожане нередко передают свои просьбы и пожелания городским властям. Очень много обращаются по линии жилищно-коммунального хозяйства, связанные с здравоохранением. Мы на заседаниях общественной палаты обсуждали вопросы здравоохранения, а их очень много, и разные вопросы, и согласовывали это с экспертами. Наши члены общественной палаты участвовали в мероприятиях, проводимых не только в городе, но и в области. Также члены общественной палаты примут активное участие в работе непосредственно органов городской власти. В частности, уже сейчас, когда идет процесс формирования бюджета на следующий год, общественников пригласили к обсуждению. На любом вопросе, который освещает у нас на комитете, который мы заслушиваем и работу наших различных управлений, работу муниципальных организаций, всегда будем рады видеть кого-то из членов общественной палаты. Общественная палата – это как раз тот орган, который должен смотреть за тем, что же, как же у нас общественность в городе, какие злободневные вопросы поднимает. И она достаточно активно справляется, постоянно в курсе всех событий.